Здравствуйте, меня зовут Олег Владимир, я расскажу о системе Royal Platinum. На долю перевозок тратится до 40% от общемирового потребления энергии. То есть вот вся энергия, которая расходуется на земном шаре, на 40% этот расход состоит из затрат на то, что кто-то или что-то перемещается по воде, по суше или по воздуху. И, разумеется, это лакомый кусочек для производителей всевозможных средств, чудо-добавок и избавителей от излишних потерь и затрат. Поэтому меня часто просят рассказать или ответить на вопросы, чем данная система отличается от большого количества других представленных на рынке, действительно ли она действует и какие она дает преимущества. И поскольку я занимаюсь в этой сфере чуть более 10 лет, с конца 90-х годов затрудняюсь назвать точную дату, то я накопил достаточно статистики и результатов по применению, личному потреблению и промышленному использованию данной системы. Royal Platinum является логическим продолжением отлично себя зарекомендовавшего Royal Gold, но с немного более широкой философией и несколько более эффективного. Сейчас я попытаюсь вкратце в рамках данного видеоролика это раскрыть. Первый компонент, которым мы раньше не пользовались, которого некоторые боятся и который добавился в эту систему, это промывка Royal Platinum Engine Flush для двигателя. Для чего она нужна? Я скажу, что сокрытие проблемы, зачастую практикуемое, не означает ее отсутствие. Промывок на рынке большое множество, но, допустим, я и мое окружение в основном избегают использования данных препаратов, потому что они имеют сомнительное происхождение, недорогую цену, и заливать нечто дешевое в свою маслозаливную горловину иногда даже рука не поднимается. Однако углерод является неотъемлемым побочным продуктом сгорания топлива, а также фрикционные жидкости, в частности масла, имеют свойство окисляться, и проблема есть. То есть проблема загрязнений и загрязнителей актуальна и реальна. Невейс отличается, характеризуется таким отличием от остальных производителей, когда он подходит к задачи или к проблеме комплексно. Промывка Royal Platinum была выведена на рынок именно благодаря присутствию такой проблемы, о которой я сказал выше, и отсутствию адекватных и широко известных средств для ее решения. То есть я за вот все озвученные годы не слышал в течение одного года хотя бы, не говоря уже о пяти, чтобы вот потребители хвалили одно и то же средство, были ему привержены и пользовались одним и тем же постоянно для промывки двигателя. Их много, и никто не может внятно сказать, чем одно отличается от другого. Промывка Royal Platinum Engine Flush основана на технологии Run Clean. Это запатентованный процесс, запатентованный Невейс, и он, благодаря ему, это средство направленно воздействует на загрязняющие вещества, на отложение кокса, нагара и камеди в двигателе, растворяя их и выводя. Точно так же, как горячий чай бросить сахар, и он в нем исчезнет, растворится. При этом промывка содержит в себе достаточное количество смазывающих агентов, так что на ней можно даже ездить. То есть она заливается в двигатель, в имеющееся старое масло. Двигатель надо завести на 15 минут, после чего старое масло слить вместе вот с плавающими, растворенными в нем загрязнениями. Если автовладелец залил и забыл по какой-то причине эту промывку слить, а уехал близко либо далеко, никаких отрицательных последствий не происходит. Через 200-300 километров промывающие компоненты данного препарата распадаются в масле, оставляя только смазывающие агенты и растворенные там загрязнители, которые ждут, когда владельцу вернется память, и он их сольет вместе со старым маслом. Это основное отличие данной промывки от всех имеющихся на рынке. То есть она не повышает нагрузку во время ее применения, она достаточно содержит смазывающих агентов. И она не просто полощет старое масло, она вымывает и растворяет имеющиеся в двигателе загрязнения. А чистой системы зачастую бывает уже достаточно для полноценного функционирования
механизма на максимуме его производительности. Я покажу на схеме. Так вот я в меру своих художественных способностей обозначил, нарисовал цилиндр в разрезе. Здесь у нас подается горючая смесь, она сгорает. Побочным продуктом сгорания является углерод. Вот это поршневые кольца, призванные создавать должный уровень компрессии в цилиндре. Они постепенно закоксовываются, тем самым позволяя углероду проникать, который не должен проникать вниз, проникать в область картера. Появляется такое понятие, как протекание топлива в область картера, которое разжижает масло и которое, собственно говоря, топливо не должно здесь находиться. Снизу же сюда попадают как картерные газы, так и моторное масло, тоже благодаря тому, что компрессия, компрессионные кольца не способны их удержать на месте. Промывка Royal Platinum выводит загрязнители, в том числе из-под колес, позволяя им с большей степени, если можно так выразиться, полноценности, выполнять свою функцию. А компрессия, например, для дизельного двигателя, это все. Самое главное, после водителя. Вторая промывка Royal Platinum предназначена для очистки топливной системы. Вода в топливной системе – это явление непрерывное и постоянное. Если кто-то очищал или выводил конденсат либо осадок какое-то время назад из бака или из топливной магистрали, это ничего не значит. Вода туда попадает постоянно. Если мы абстрагируемся от качества топлива и чистоты емкостей на автозаправочных станциях, достаточно вспомнить, что атмосферный воздух содержит некоторое количество влаги, для каждого региона оно свое, и при заправке горючего, когда мы открываем крышку топливного бака, туда попадает определенное количество воздуха, которое в темноте и, например, ночью, осаждаясь, образует конденсат. Это непрерывно. Добавки в топливо серии Royal Platinum создаются таким образом, что они способны захватывать воду и загрязнение из топливной магистрали, и сгорая без выделения, так сказать, побочных продуктов, выводить их вместе с выхлопом. Как это реализовывается? Эти добавки получены методом гидрообъединения, то есть цепочки углеводородов при определенных условиях лишаются молекул воды, становясь к воде агрессивными. И попадая в среду с повышенной влажностью, они захватывают то количество молекул воды, которое им необходимо для восполнения своего гидроголодания. И в то же время они не теряют своей горючести. Таким образом, они выводят воду и не позволяют образовываться в бензобаке эмульсии, которая там является причиной возникновения последующих неисправностей. Перегрева топливного насоса, ошибок компьютера, доходя до инжекторов или форсунок, она их забивает, что выливается в протекание топлива, и наряду с компрессией недостаточное уже попадание топлива в область картера. Таким образом, если можно сюда навести камеру, используя в комплексе систему для промывки Royal Platinum, мы с помощью промывки для двигателя мы добиваемся чистоты снизу вплоть до второго компрессионного кольца. Добавками в топливо мы добиваемся чистоты и растворяем и выводим нагар в области камеры сгорания первого топливного кольца, ну и предшествующие инжекторы топливной аппаратуры и топливной магистрали. Чистота, как говорили в известном советском мультфильме, залог здоровья. На чистой системе уже можно, как я говорил, добиться значений, близких к максимуму ее производительности. И следующий компонент этой системы — это, собственно, кондиционер металла Royal Platinum объемом 0,5 литра, 5 литров, 19 литров, 19 с копейками, то есть 5 галлонов. И даже есть в продаже объемы 208 литров для промышленного производства. Часто меня спрашивают, точнее возражают о том, что производители масел — это крупные концерны, они все умнее меня и умнее нас, и они в свои продукции добавляют уже достаточно необходимых присадок, которые доводят до совершенства все выпускаемые жидкости. Я обычно отвечаю следующим образом.
присадки необходимы маслу для того, чтобы придавать ему требуемые свойства, которые мы как потребители от него ждем. Ройл не вторгается в свойства масла, он не нарушает его вязкости, он использует масло лишь как носитель. Кроме того, Ройл может работать в условиях масляного голодания, то есть когда система, там, коробка либо двигатель потеряла масло или часть масла, Ройл продолжает работать. А если масло ушло, то присадки, которые содержатся в масле, логично предположить, идут вместе с ним. И Ройл может работать в условиях отсутствия масла. То есть если им обработать некий редуктор шестеренки или подшипник, а потом, как мы пробовали, вымыть его в керосине или в ацетоне, свойства Ройл остаются. А чтобы они исчезли, надо подвергнуть этот механизм достаточно большой экстремальной нагрузке. Но если его потом повторно обработать Ройл, все встает на свои места, все становится на свои места. Поэтому, имея потрясающие результаты на Ройл Голд, которые никто, ни дистрибьюторы, ни клиенты не станут оспаривать, мы получали на самом деле эффект неполный. С появлением на рынке комплексной системы Ройл Платинум можно представить, что те результаты, которые кому-то нравились, а кто-то был ими в прямом смысле потрясен, могут увеличиться порядка 30%. Я нахожу в этом некий плюс, и я рад появлению такой новой системы. В терминах клиента, если не вдаваясь в билетристику, рассказать, что дает Ройл Платинум, это ряд преимуществ. Это снижение расхода топлива. На моих машинах я ездил порядка дополнительных 90-150 километров на том же количестве горючего, что, к примеру, такие же модели у соседей либо моих знакомых при одинаковом стиле езды, то есть при прочих одинаковых условиях. Это снижение рабочей температуры двигателя либо коробки, при которой окислительных процессов в масле становится, образно говоря, меньше, потери на перегрев меньше, соответственно, меньше потерь на трение. Это напрямую снижение потерь на трение, это повышение КПД, это повышение производительности. Меня спрашивают, если есть проблема с расходом масла, с небольшим или с большим, поможет ли данная система? Производитель напрямую не обещает такого эффекта, но у нас достаточно результатов на разных машинах, на разных двигателях, от примитивных и простейших до сложных и дорогих. А мы не боимся лить ни в дешевые, ни в дорогие механизмы. Мы ее перепробовали на большом количестве устройств, а не просто двигателей. То есть мои результаты позволяют утверждать, что с большой вероятностью можно ожидать снижения расхода масла или его купирования, то есть полного прекращения. То же самое по трансмиссионным механизмам. Мы ее применяли от примитивных трехскоростных автоматов до типтроников, мультитроников, либо таких нежных коробок или вариаторов в том числе. Негативного результата не было ни одного, если кого-то это беспокоит. А самый яркий был у меня на Хонде, когда по диагнозу, выставленному в Honda Club, у меня сгорел пакет 3-4, и у меня коробка выше третьей передачи не переключалась, и шансов не было никаких, то есть требовался ремонт либо полная замена коробки. Я подумал, что все равно умирать залью туда, согласно пропорции, еще Ройл Голда старого. Через трое суток у меня неисправность коробки прошла, и она начала включаться вплоть до четвертой передачи. После этого я на этой машине отъездил достаточное количество километров по командировкам, то есть эксплуатировал ее в жестком режиме, после чего у меня ее купил сокурсник, который был на моих глазах, и который на этой машине достаточный период времени отъездил, побывав из Красноярска в европейской части России на этом автомобиле, и после него у него купил эту машину его знакомый. Проблем с коробкой ни у кого не возникало. То есть, кроме этого, еще достаточно результатов по трансмиссиям. Я думаю, что это мой личный, он ярче других примеров может о чем-то говорить. Если это коммерческий транспорт, либо автоколонна некая, это сокращение комплексное потребление ГСМ. Не нужно говорить, что, например, на одном МАЗе 40 литров масла. И, например, если это человек, который занимается перевозками грузов на дальние расстояния, и из 50 тысяч рублей на дистопливо, которые уходят в один конец до Питера, сэкономить хотя бы в 5-7%,
является существенным критерием для того, чтобы заинтересоваться данной системой. ROI распространяется по системе сетевого маркетинга. Какой в этом есть один колоссальный плюс? Это большое количество дистрибьюторов и мощный позитивный информационный фон. То есть ни один магазинный препарат не будет приобретать и мотивированно применять такое количество народу, как Royal. И поэтому, если даже абстрагироваться от всех клиентов, которые не являются дистрибьюторами, то потребление Royal, в частности в Красноярском крае, на территории Российской Федерации, уже достаточно большое и дает достаточную статистику для появления большого количества позитивных отзывов. И поэтому здесь заключен залог именно успеха и продвижения этой продукции. То есть, что дает эта система, если человек хочет быть ее клиентом и потребителем, я уже упомянул, что дает эта система человеку, который решил применять ее для себя в качестве дополнительного или основного заработка, вкратце. Если раньше мы распространяли Royal Gold и была такая схема «один клиент, один товар», то есть человек купил Royal Gold, и ему хватает его вплоть до 90 тысяч километров, он приходит, говорит спасибо, раз в год о тебе вспоминает, но, так сказать, на этом емкость рынка исчерпывалась. Чтобы продать 3 баночки, нужно было 3 мотивированных клиента, которым по тем или иным причинам нужен Royal Gold. А, как правило, это люди, у которых была проблема с двигателем, с коробкой, еще с чем-то. Royal Platinum – это 3 компонента. Очистка двигателя, очистка топливной системы и кондиционер металла. Теперь имеющаяся уже целевая аудитория у нас троекратно увеличивается. То есть, не выходя за рамки круга клиентов наработанного, общий объем потребления Royal увеличивается втрое. Более того, целевая аудитория в принципе Royal теперь возрастает неограниченно, то есть до в принципе целевой аудитории автовладельцев и автопредприятий. Почему? У Royal есть, у каждой продукции цель существования – это извлечение прибыли. И человек хочет извлекать прибыль, он может либо разводить спирт и продавать его, так сказать, из-под полы, либо разводить какой-то препарат и, позиционировав его на рынке, вывести и продавать. У Royal, кроме цели извлечения прибыли, которая не является основным мотивирующим фактором, есть некая философия. Она заключается в нескольких словах. Сохранить двигатель в том состоянии, в котором вы его получили, либо довести его даже до состояния восходящего по его качеству, по здоровью, так скажем, то, в котором он вам достался. Если это двигатель новый, то сохранить его в новом состоянии. Это актуальная на сегодняшний день тенденция энергосбережения в мире и бережливой эксплуатации оборудования и техники в принципе. То есть эта продукция позволяет поддерживать чистоту механизма и минимизировать потери на трение и на перегрев. Порой этого достаточно, чтобы механизм платил вам взаимностью, его персона, его эксплуатирующий, служил долго, бесперебойно и экономично во всех отношениях, как в ремонте, так и в потреблении ГСМ. Что касается еще одного немаловажного аспекта, это забота об окружающей среде. Royal производится не из нефтепродуктов, компания ушла от нефтяной зависимости. Здесь используется метод Fischer-Tropsch, когда сырье, необходимое для производства, синтезируется из растительных углеводородов, то есть, грубо говоря, из злаков. Второе – это снижение общего потребления нефтепродуктов, как на его производство, так и при эксплуатации с ним. То есть снижается расход масла, снижается расход топлива, снижается количество выбросов отработанных веществ в атмосферу и в землю. И даже сама упаковка сделана из жести, а не из пластмассы, пластмасса гниет, распадается в природе гораздо больше. Эта упаковка 100% биоразлагаема. Я скажу, что не буду утомлять статистическими цифрами, но по информации Росстата или Роспотребнадзора за 2010 год, вот в городе, в котором я живу, в Красноярске, на каждого жителя приходилось 160 килограмм в год вредных веществ, выбрасываемых автомобилями, техникой, всевозможной техникой. То есть 160 килограмм на голову грудного ребенка, пенсионера, меня, женщин, мужчин, других. Применяя Royal, мы, по крайней мере, свой вклад в эти 160 килограмм
минимизируем, а то и сводим на нет. Для кого-то это тоже может быть критерием применения данной системы. Когда меня спрашивают, кому адресована эта система и кто может быть ее потребителем, я не претендую на стопроцентную правоту, но обычно я отвечаю так. Эта система адресована всем. Всем тем, у кого есть как минимум газонокосилка или хотя бы автомобиль. И я думаю, что по аналогии своей, у каждого есть в окружении порядка 50 человек, так или иначе связанных с техникой. Провбол дает положительные результаты, такие, что человек готов поделиться с другими. Поэтому, если условно взять даже минимум 50 человек, которые есть в ближайшем окружении каждого, из которых один начнет этим пользоваться, за ним второй, третий, то у этого окружения, у каждого из этого окружения есть в свою очередь еще 50 человек, поэтому объемы потребления этой системы несложно представить, вот буквально 50, цифру 50 возведя в квадрат. Сейчас насыщение рынка у нас на территории Российской Федерации, я думаю, меньше 5%, и я вижу большие перспективы развития этой системы и развития бизнеса с продвижением этой системы.